Приветствую, друзья, на канале Лобоплей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы начинаем серию прохождений игры под названием Seven Days to Die версии 1.0 Public Experimental, да. Это еще не основная версия, да, но уже близко к тому. Итак, друзья, всем приятного просмотра, а мы начинаем. Итак, что у нас сегодня по плану, друзья? По плану сегодня будем закладывать базу. Наметим, что нам надо сделать. И будем уже вкапываться в землю и тогда уже постепенно подниматься наверх. Для этого нам, конечно, нужно очень много ресурсов, начиная с дерева, ну и заканчивая камнями, глиной и так далее и тому подобное. Ну, на этом сейчас не будем заострять внимание, я просто сейчас за кадриком быстренько все соберу, что надо. И когда уже будет определенное количество ресурсов, тогда мы подключимся и уже будем выстраивать нашу базу, да. То бишь, будем закладывать основу базы. Так что, друзья, никуда не бегайте, скоро вернемся. Итак, друзья, мы набрали определенное количество ресурсов. Именно это у нас 1400 дерева за полтора часа игрового времени, плюс-минус. Ну, и будем сейчас приступать к закладке. Сейчас сначала покушаем. Попьем чайку. Отлично. И что нам для этого надо? Плюс-минус, это будет такой же, как и до этого, коридор смерти, но чуть-чуть измененный. И нам надо будет начинать с первого. Так, это нам, короче, надо поставить. Я сейчас проверю, чтобы так как-то у нас все это красиво получилось. Ну, давай вот так как-то отсюда будем выкладывать. Нам надо раз. Два, это у нас три. Четыре. 5, 6, 7. Вот так. Это мы убираем, 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 убираем. Это мы раздлавливаем. Что мне надо хочу сейчас делать? Мне надо сейчас, друзья, прокопать землю. Потому что я хочу сразу уже ставить первый уровень с внутри. Вот таким образом. И так нам надо проделать еще 7 раз. В общей сложности где-то длина будет. Это здесь 7. Там еще 6, это 13, где-то в 26-27 клеток в длину. Ну, в связи с тем, что у нас там новая система этого всего поведения наших зомбарей, да, нам надо как-то удлинить этот процесс, чтобы мы не уходили слишком высоко в гору. Нам надо где-то на высоту 6-7 кубиков поднимемся, я думаю, ну, 6, наверное, 7 посмотрим. Ну, они будут потом падать и возвращаться к нам обратно, как обычно. Ну, это, конечно, займет некоторое количество времени, да, но это, как говорится, Рим сразу тоже не строился. Нам надо будет, опять же, загриндить здесь полностью. Вот. Это у нас ставим сюда. Вот так, 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 так. И здесь надо убрать. Опять же, прокопать. Заодно как раз и глина нам понадобится, да, потому что, знаете, да, нам надо будет потом в булыжнице все делать. Я думаю, может быть, первую ночь мы продержимся, да. Так, получается, сейчас у нас... Нам надо вообще-то два в ширину это все делать, а не один. Что-то я как-то запарился. Ну, ничего, мы сейчас сделаем в два в ширину. По-быстренькому это все забубиним. Потом я... Чтобы, как говорится, видео не расталкивать, блин, по 1000 километров, быстренько это все сделаю за кадром. И я вам потом покажу уже плюс-минус готовый процесс, проект, да. И тоже будем постепенно проходить, да, по поводу этого дела. Сколько, что, в какое расстояние там, между этим или тем, как говорится, той постройкой, да. И... Нам, опять же, надо будет очень много ресурсов, чтобы это все укрепить. Потому что я даже не знаю, как это получится, да, сейчас. В связи с тем, что у нас уже третья ночь. Да, третий день, да, уже у нас еще патронами было слабо. У нас 112 патронов только, да, для нашего автомата. Ну и, блин, не очень много ресурсов, да, чтобы мы могли, типа, прожить первую ночь так, без всяких проблем. Ну, посмотрим. Если что, пойдем где-нибудь заныкаемся на другом доме, чтобы его там снесли. Постепенно будем убивать их. Потому что, знаете, это будет жестокий. Я, как уже раньше говорил, я не играл на таком уровне, да.
Так что будет интересно. Так что, друзья, я сейчас за кадром это все быстренько проделаю здесь, да, чтобы вам этот не видеть, что я буду копать и как это будет дальше выглядеть. По-быстренькому это все забубеню. А когда уже полностью фундамент будет как бы заложен его, да, тогда уже подключусь и уже будем продолжать дальше поднимать это строение. Так что никуда не бегайте, скоро вернемся. Итак, друзья, короче, закладка базы проведена успешно. Итак, что у нас здесь выходит, друзья? Итак, начинать у нас будет здесь сначала здесь. Да, мы здесь построим лестницу. Потом у нас есть пролет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клеток. Потом у нас идет опора, опять же. Потом у нас идет раз, два, три, четыре, пять клеток, опора. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Это у нас где мы будем стоять? Мы будем вот здесь. 14-я клетка. Потому что после 13 начинается проблема. Итак, в общем, что мы делаем? Мы ставим его в высоту где-то. Сейчас посмотрим. Я думаю, клетки 6. Раз, два, три, четыре. Четыре. Пять. Ну и шестая у нас будет последняя. И опять же, идем с того конца, тоже будем это все делать. Может, слишком высоко, блин. Значит, получается у нас, если мы поставим сюда кубик. Да, я думаю, что так и поставим. Высота у нас будет 1, 2, 3, 4, 5. 5. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Очень длинный пролет получается. Это у нас огромная лестница. Если мы идем к той вышке, мы можем уменьшить на одну. Да, думаю, так и сделаем. Да, вот так довольно нормально. И потом сюда мы это убираем. Здесь я не буду копать, потому что нету смысла. Лестницу. Ну и здесь мы поставим просто простую лестницу такого вида. Ой, не. Я не буду сейчас просто их просто поставлю, чтобы нам было легче забираться наверх. Потому что мы будем улучшать лестницу в последнюю очередь. Итак, ну отсюда уже мы тащим дальше наши вещицы. Так, по идее он должен быть, ну конечно, будет, конечно, держаться до конца. Так, ладно, я сделаю вот так. Отлично. Так, я напротив готов. Здесь будет самое интересное. Идем наверх. Здесь они будут бегать. Потом это, конечно, будем улучшать все. А, блин, я же не застроил эту часть. Ладно, достроим сейчас все. А это, походу, все, да? Да. Отлично. Значит, идем обратно.
Сейчас мы идем, ставим такую вещь, как... заходим сюда, заходим сюда, ставим 60-ки, вот такую вещь. Не знаю, как не получится. Ладно, сделаем по-другому чуть. Уличная ротация, одна. Две. Здесь я сразу заранее поменяю на угловые 60. Надо сейчас его найти. Вот он, край клинка 60. Опять же, тоже на улучшенное. Раз, два. Отлично. Ну и надо сейчас создать 100 штук. Будет нормально. Ну, идем наверх, обратно, заниматься делами. Итак, что нам надо здесь? Что мы хотели здесь сделать? Нам надо опять же сделать... Скопировать форму. Опять же, улучшенная. Да, сейчас покушаем. Самая отвратительная часть. Отлично. Обратно. Давай покушаем сначала. А то нам уже голод намечается. Так, значит, дальше идем. Что нам надо ставить? Нам надо выставить дальше вот такие вещи. Копируем форму и поворот. Нет, вот это. Раз, два, три. Ой, ехали. Дальше, очень важно, друзья, очень важно здесь поставить еще один блок целый. Это он понадобится позже, потом покажу для чего. Иначе будут проблемы. Так, и тут уже начнем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Должно достроить с этой стороны. Раз, два. Отлично. Ну а здесь уже просто добавляем до конца. Было бы супер, если бы мы пришли к убить зомби нашли. И первым делом, что мы сделаем, друзья, сразу же улучшим первый блок. А то эта вся конструкция полетит по звездам, если мы это не делаем. Даже может 3 высоты вот так, да, сделаем. А то мало ли что. Благо ресурсов не хватает. Отлично. Даже почти первое улучшение уже у нас готово, друзья, по большому счету. Но, ну, сейчас главное, до 7 дня нам уйти булыжник. Сейчас наметим. Потом попозже мы построим еще маленькую будку наверху. Ну, чтобы нам было как-то спокойнее там находиться. А то мало ли что.
Может быть, надо было 6 сделать в высоту, блин. Ну ладно, посмотрим. Это не проблема. Это потом можно, в любой момент можно исправить. Можно добавить еще одну высоту. Но сейчас главное какой-нибудь зомби найти был бы в шупер. Просто тестить все дело. Ну. Отлично. Ну и вот так. Они, короче, сейчас идут. Здесь будет не падать. Значит, что мы сделаем? Нужно сделать. Здесь нам надо еще поставить одну такую вещь. Как блоки вот такого вида. Вот они, куб. И а вот тут уже, видишь, стало красиво. Сейчас покажу, для чего нам надо было вообще ставить. Так, сколько мы поставили? Нам поставили так. Так. Отлично, да, все хорошо. Вот это не отлично. А почему ты так действуешь? Я не понял. Очень странно. По идее, они же идентичные. Почему ты нагружаешь мне это? А, все, все правильно, все нормально. Итак, а сейчас, вот сейчас мне надо вопрос проверить одну фишку, или это будет работать. Формы. Улучшенные. Ой, я не ту лестницу выбрал, твою, твою мать, ну что за херня? Раз, два. Очень как-то странно. Итак, друзья, разобрался, в чем проблема была. То, что мы не могли поставить наверху. У нас ну, потерялась стабильность. Это все из-за того, что надо было укрепить парочку блоков. Я все-таки как-то просрал это все дело. Ну и плюс еще здесь поставил дополнительный блок. И тут дополнительный блок. Ну, так что и самое здесь как-то по фэншую сделал, да, тут скошенные блоки поставил. Ну, и еще осталось здесь у нас доделать одну фишечку такую. Ну, она чисто такая визуальная, она по большому счету ничего не дает, но выглядит красиво. Это у нас вот такая штучка, называется она... Где ты? Вот она. Угол полукового наклона, длина 60. Ну, мы его сюда поставим. Вы сейчас увидите, как это будет выглядеть. Вот такой остренький носик. Вот такой. Они будут какой-то днище, как-то вот такой выглядит. Смотри, как круто выглядит. Вот такая вот вещь. Отлично. Вот. У нас опять же тоже упала посылочка где-то там. Где-то там в том районе. Но потом сбегаем, посмотрим. Мне бы сейчас в идеале бы найти какой-нибудь зомби. Зомби. И по большому счету дать ему прикурить. Ну, как факт, они здесь не ходят. Ну. А! Колик. Да что ты будешь делать? Ну, сори, мне мяско нужно. Извини, кролик. Нормально. Зомбарей нету, блин. Нормально. Так, тут что, какая книжка выпала. Тыкни хлеб и пирог с чернилкой. Отлично.
Берем, мне надо зомби найти где-нибудь. Я по-любому где-то здесь должен быть. А подыщу, то я тут, блин, голодаю и меня сушит. Серьезно? Нет ни одного зомби. Так, что здесь было? Бумага. А здесь у нас было что? Глина, походу, да? Да. Ну и чуточку булыжника. Ну и песок. А здесь у нас бумага и пластик. Отлично. Ну, сейчас проверим. Сейчас проверим, друзья. Нихера у вас тут сколько, блин. Ну что вы там? Идите, идите, давайте, давайте. Как раз кучку. Сейчас разрубим дерево здесь, проверим, все это работает. Идут, идут, идут. Пока они дадут, я тут сейчас порубаю дерево. Ну. Ну, сейчас проверим. Тут у нас 13. Ну, ну, все правильно, молодцы, красавцы. Давай сейчас вас, блин, в бошку нам стрелять. Ну и вот они сейчас идут. Они должны упасть. Идет, я смотри, какой красавец. Хопа, упал. По идее, сейчас он должен идти обратно и... Ну я, если бы вообще попал бы, вообще было идеально. Ну. Ну, давай, давай, давай. Главное, этот сейчас чувак, чтобы первый был. Какой там. Да, уйдет. Красавчик, все, отлично, работает. Ну блин, я туда. Ну и так по кругу это все делается. Иди сюда. Ну херс ты тут напал на эту тему. Нихуя себе. Ну все нормально, работает, все хорошо, работает, отлично. Вот. Это мы, конечно, все потом улучшим. Это ты никуда не денешься. Это мы тоже все потом улучшим. Потом это будем расширять здесь все это дело. Красивенько будем все делать. Все отлично будет. Вот так это выглядит. Вот такой у нас... потому что... Почему я так сделал? Помните, у нас, когда мы в прошлый раз еще проходили, у нас были проблемы. То, что мы не видели вообще, что происходит. А у нас сейчас будет такой туннельчик красивый. Я проверял, все работает. Ну, всякий мало ли бывает. И вот тут, когда даже уходишь в прицел, то все видно. И никогда не толпятся. И здесь, получается, можно еще и эти ловушки поставить. И там мясорубки под низом. Тут еще можно даже, знаешь, как-то сделать. Вот сюда, например, поставить парочку турелей. Одну, вторую. И чтобы они тут работали. Но, опять же, это опасно. Окей, поначалу хорошо, пока демолиши не появятся, можно их использовать, можно их юзать, но потом, когда демолиши появятся, там это уже совсем другое дело будет. Так что вот такие, друзья, вот у нас закладочка маленькой базы, потом я здесь сделаю еще эту, как его,
кубилку, где надо тусоваться, я не знаю, или, по идее, должны быть ворны, кажется, ночью. А может быть, даже не будут, не помню точно. Ну, это немало не проблема, это мы с этим справимся. Еще с лестницей разберемся потом, так как нам нужно еще ресурсов целая куча. Может быть, даже, я, знаешь, оставлю поначалу. Не, ну надо сделать все, чтобы им было, как завернуть, да, было. Это надо сделать, от этого никуда не денешься. Вот, друзья, так что, опять же, есть ли какие-то советы или по поводу этой игрушки, по поводу строений, и любые вы по вашей, как говорится, советики, друзья, всегда послушать их, я помню их стенению, да, так что не стесняйтесь, оставляйте ваши комментарии под этим видосиком, так это у нас получается первая версия, то есть смысл по другим нет оставлять, да, нам сейчас это надо здесь оставлять и все, вот. И так что, друзья, вот, если вам опять, конечно, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, а на сегодня, друзья, с вами прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.